меня продукты на 120 злотых. Короче, так. И краска 28 злотых. Купила краску, потому что уже надо покраситься. Вот такая она, немножко такая, ну как серо-светло-коричневая. Называется попелястый блонд. Пепельный. Ну, такое что-то. Посмотрим, как оно будет. Активия 5 штук. Мне нравится активия, так выбиваешь утром с разными вкусами. Реально с этими, с кусочками овощей, этих фруктов, овощей. Потом купила опять этот сок 9,99. Потом купила камемберг 5 штук разный. Это с зелами, с таким перцем, я сегодня ела, короче, зеленым пепшем. Такой прямо, ну прикольно все равно. Потом, короче, с этими семечками. Потом такой зёла прованские травы. А, классичный, наверное, легкий. Какой-то легкий. И еще натуральный просто. Потом купила рыба по-грецки. А потом вот такой вот кекс. Такой кекс прикольный. Они такие классные. Пропитанные такие, ну, вкусные. Потом, короче, салаты взяла с этим, с бочки, ну, типа, с беконом. Мне очень понравилось вот это вот. Я уже их много перепробовала, переела. И мне вот это больше всего с беконом и с пстронгем. Они такие по 3 злотых, наверное, по 2 с лишним. Ну, короче, из всех вот эти мне больше всего нравятся. И эти соусы у них не едучие такие, потому что есть такие прям не очень. Это нормально. Потом хлеб и 5 лососей. Я решила наесться лосося, чтобы уже, ну, вдоволь. Ну, вдоволь, конечно, не скажешь, что тут наедаешься, но на каждый день. Получается, что у меня на работу лосось, салат, камемберг и активия. Вот так вот на 5 дней у меня вот этой еды. Ну, а это дома. Это я не буду брать. И, короче, вот такие дела. Это дома съем. Не знаю, у меня сейчас выходных уже 2 недели не было. Вроде на этой неделе должно быть воскресенье выходной. Посмотрим. Я думаю, выходной будет. Короче, такие дела. Сейчас поем. Может, рис сварю из рыбы, из этой. Потом смешаю. Ну, сварю рис, а потом возьму этой рыбы, смешаю, короче, и буду кушать. Вот так вот.